Махачкале росгвардейцы спасли жизнь пенсионера, упавшего в канал имени Октябрьской революции. Утром по дороге на службу оперативные дежурные управления Росгвардии Азамат Дагиров и боец махачкалинского ОМОНа услышали крики женщины о помощи. Откликнувшись на призыв, они увидели в канале человека, который уже не подавал признаков жизни, и спасли его. В настоящий момент жизнь мужчины вне опасности. Общими усилиями мы вытащили его с канала. Когда вытаскивали с канала, он подал признаки жизни. Сначала как бы он не подавал признаков жизни, не двигался. Потом оказался уже живой, здоровый. Вытащили с этого забора. Там оказали нам еще помощь гражданские люди. Я не считаю, что мы совершили какой-либо подвиг, потому как каждый мужчина, каждый гражданин должен был поступить так же.